Два года длится эпопея с гаражами, так и не отыскавшими своих хозяев. Хотя городская администрация не единожды призывала собственников. 33 гаража из данных установленных металлических, они являются самовольными, то есть незаконно установленные, возведенные временные объекты. 9 объектов были в свое время оформлены договора аренды, которые на данный момент закончились, но процесс их демонтажа будет осуществляться в рамках гражданско-правовых отношений в соответствии с договором. По утвержденному в 2007 году генеральному плану именно здесь проходит рекреационная зона. А металлические постройки в районе набережной мешают строительству юбилейного объекта. Чтобы вывести все гаражи, необходимо и большое количество техники, и большое количество работ. То есть мы решили продемонстрировать людям, что мы настроены решительно. Владельцы этих 25 конструкций так и не объявились, не предъявили своих прав на возможное имущество, говорят в горадминистрации. Вот потому-то такие кардинальные меры. В первый день под снос только 3 гаража. Сделано это для того, чтобы еще раз попробовать воззвать к совести. Именно такие меры, на первый взгляд кажущиеся показательными, когда задействована серьезная техника, на самом деле ударят по городской казне. На работы по сносу гаражей будет потрачено 300 тысяч рублей. Мы, УКХ, наделены здесь обязанностями выполнять роль заказчика по вопросу демонтажа, переноса и хранения данных объектов. В настоящее время заключен муниципальный контракт с подрядной организацией от 1.10.2015 года. Собственника не обнаружено. Да, не установлено. Кстати, если собственник найдется, то бремя по сносу может лечь на его плечи. Впрочем, как и все финансовые затраты. Снесенные сегодня конструкции в течение 30 дней будут ждать своих владельцев на территории спецавтобазы. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».